В Челябинске полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже конструкции из металлокаркаса с новых остановочных комплексов. Вот что осталось от конструкции. Стекла отсутствуют на десятках объектов, а территория некоторых комплексов и вовсе выглядит как после бомбежки. А ведь на эти остановочные комплексы потратили 140 миллионов рублей. Целыми они продержались меньше полугода. Вандалов не остановило, что боковые панели сделаны из бронированного стекла. Видимо, жажда халявного алюминия сильнее. Руки вы отбили, все, руки отбить. Да, да. Ну это что такое? Никакой управы. Ты посмотри, что в Челябинске творится. Для себя же, чтобы люди пользовались как-то, какие-то благоустройства были. Ну вот люди не ценят. А вот и один из подозреваемых в порче остановок. Как следует из материалов уголовного дела, 46-летний мужчина похитил с 21 остановочного комплекса элементы металлического каркаса, поддерживающего стеклянные стены конструкций. По всем фактам противоправной деятельности подозреваемым в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята, остальное злоумышленник сбыл. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.